Причиной такого поведения стал семейный конфликт. Мужчина выпил, выгнал жену и заперся вместе с 12-летней дочкой в доме на Блиново. Супруга сообщила, что он вел себя агрессивно, угрожал ей и ребенку. И во время конфликта брал в руки нож. На место прибыли руководство УВД, следственно-оперативная группа, психологи и бойцы ОМОНа. Они оцепили прилегающую территорию. В районе была объявлена специальная операция. Полицейские несколько часов вели переговоры с 35-летним сочинцем. Убедимся, что с ребенком все в порядке. Давай зайдет мать. Все это время бойцы ОМОН были готовы в любую минуту штурмовать дом, но взбудораженного мужчину удалось взять хитростью. Отец заперся, забаррикадировался, приставил нож к горлу своей совершеннолетней дочери и угрожает ей убийством. На какие-либо переговоры шел с трудом. Оценив обстановку, было принято решение вступить с подозреваемым в переговоры, убедить его отказаться от своих намерений. В ходе более чем 6-часовых переговоров удалось убедить злоумышленника отказаться от своих намерений, сложить оружие, выбросить нож, после чего он сдался властям, ребенок был освобожден. Сейчас с мужчиной работают полицейские, возбуждено уголовное дело. Злоумышленник доставлен в больницу для медицинского освидетельствования. Здоровью девочки ничего не угрожает.